Друзья, всем привет! Славка Слонов с вами. Ну и мой канал Star Fishing 11. Так, ну что, друзья? История такая. Сегодня у нас какое число? Сейчас я вам скажу. Так, сегодня число у нас 7 октября. Погода у нас дебильная в Республике Коми. Идут дожди. Льют уже, не знаю, неделю-две уже. И такая погода будет 28 числа. В общем, друзья, готовлюсь я завтра на рыбалку уже 100%. Это уже все уже. Гадалки не ходи. Сейчас вам покажу, что я делаю. Вот. Короче, я готовлюсь на налима. Вот такая вот предыстория. Вяжу я сейчас поводки. Вот поводочница моя. Использую крючки, короче, овнерские сейчас. Вот, друзья, овнерские, номер 3, овнер. Вот такие вот крючки, вот они. Вот я сейчас их использовал. Сейчас хочу повязать вот такие вот крючки с длинным цевьем. Вот, я не знаю, это мне просто подогнали. Вот такие две коробочки. Братан мне мой младший подогнал. Вот тут всяких крючков полно, и вертлюги, и все. Вообще здорово. И двойники, и тройники. Блин, оно все это пригодится, конечно, мне. Друзья, такая штучка. Вот, купил себе вот такие щипцы. Блин, вообще здоровские. Режут прям моментально, действительно. То, что рекламируют их постоянно, это классная вещь. Потом выписал такой фонарик с Китая. Вообще классная штука. Смотрите. Раз. Два. Три. В общем, горит сначала. А сейчас покажу. Горит, когда включаешь сначала. Это лампочка. Потом горят три этих лампочки. Потом эти. То есть пять все. Ну и последним нажатием, то есть сос, моргает. Фонарик добротный, хороший. Мне понравился. Что-то там 300 с копейкой стоит. Аккумулятор. Стоит вот тут зарядка. Он водонепроницаемый, то есть вот такие заглушки силиконовые. Дальше, ребят, друг мой Александр Вославович, которого вы знаете как Дай Водки, вы мне подарил вот такую зимнюю удилку, ребят, смотрите. Вот, фирменная, она стоит где-то рублей, сколько он сказал, 500, ну да, я даже сам знаю, она стоит пятихатку. Вот такая вот штучка, ребят. Ровно 500 рублей стоит. Вот она. Это зимняя. То есть будем на нее балансиры чук-чук-чук-чук-чук дергать. Вот. В общем, такая вот история. Еще, ребят. Сейчас закончились у меня вот эти поводочницы. Поводки. Вот я делаю вот на такую леску. Эта леска, по-моему, 0,35 или 0,30. Сейчас я буду делать вот на такую, на Ягуар. На Ягуар. Вот она, 0,40. То есть хочу помощнее сделать. В общем, повяжу вот на такую. Она такая, достаточно такая вот. Чуть потолще, да, чем-то. Вот сейчас я вам покажу для сравнения. Так, вот смотрите, ее и ее. Вот две. Вот для сравнения. Вот такая история. Видно, не видно, не знаю. Вот. В общем, такая история. Ну что, друзья, сейчас я, короче, вяжу это все. Не знаю, может быть, его знает. Если у меня в голову моча ударит, так я, может, и сегодня поставлю. А может, не сегодня, но рано-рано с утра пойду поставлю. На налима, да и вообще... Хочу поставить еще фидерные свои две удилки. Это мои крокодилы. Два штуки. Один желтый, ну, который у меня оба. Вот есть желтый и белый. Вот эти два. Вот я, короче, хочу их поставить тоже на налима, на донку тоже. Не буду я, конечно, кормушку туда делать. Хотя... Сейчас еще идет у нас
Погода пока у нас хорошая, у нас еще сейчас ловится лещ, у нас ловится судак, и у нас, представляете, друзья, ловят очень сейчас, начали много ловить, это терлятки. Я в шоке, у нас терлятки у нас много. Не знаю, если получится, может поймаю. Ну, то, что поймаю, короче, вы сами все увидите. Вот. Ну и завтра приедет Света моя. Вот, и она же все-таки хочет половить на поплавочку. Вот, если погода будет завтра вообще классная, шикарная, ну, просто будет пасмурная, без дождя, я, может быть, сяду на лодку с моторчиком и попробую потроллинговать. Щука сейчас, по-моему, у нас активизировалась, или как там назвать. То есть она голодная, она хочет жрать. Вот, и попробую ее половить. И, может быть, что-то попадется. Есть у меня друг-блогер Андрей. Это Андрей, который в вездеход.коме. Заходите к нему на канал. Вот, он там сейчас недавно был на рыбалке, ставил тоже донки на налима. А попалась ему зубастая. И хорошая зубастик попалась у него. Я, правда, не помню, сколько он там, по-моему, писал, не писал. Андрюха, если ты меня смотришь, то напиши, сколько кеге попалась твоя зубастик. Вот. Ну все, друзья, пока отключаемся. Это предисловие к завтрашней рыбалке, может, даже к сегодняшней ночной. Ну, так что для вас это будет вот так, а для меня чуть подольше. Все, ребят, не переключаемся. Друзья, привет! Вот, наконец-то, дождался я Свету, она приехала. Ну, как дождался? Ну, были свои дела у нас сегодня, конечно. У нас бабушка 90-летняя есть, которой надо помогать туда-сюда. Ну, это у Светы бабулечка родная. Вот, дела тут, маме надо было помогать. В общем, хотели пойти, вы сами все видели, то, что я приготовил. Это удочку поплавочную, к сожалению, не получилось. Ну, сейчас идем, ставим донечки на налим, сейчас поставим. И все, и сегодня мы на этом закончим нашу рыбалочку. Ну, донки будут стоять. И завтра мы с утра, может быть, ночью еще сходим, проверим. Парочку раз, надеюсь, мы должны проверить, да, Свет? Как думаешь? Ну, да. Зря ходим, что ли? Да, смотри, кстати, а ты видишь, что снег идет? Смотри. Блин. А вот, смотри сюда, не, сюда, смотри. Видишь? Вот они, вот так вот. Вот, если дальше, посмотри, посвети дальше. Вот, смотри, снеговая эта фигня идет. Пару снежинок идет. Обалдеть, да? Так что, друзья. Подходит, вот, немножечко идет. Кстати, созванился я с человеком, с одним. Вот, это... Вот он сказал, что... У них в верховье идет муть в воде. Вот, так что, надеюсь, к нам пока еще не дошла. Но, может быть, и дойдет. И, к сожалению, если такая фигня будет у нас, то, увы, рыбалка может, блин, плохо кончиться. Я имею в виду то, что от того рыба... Может и не увидеть нашу приманку, потому что ее будет затягивать этой тиной всякой нехорошей. Всей этой штукой нехорошей. Вот. Ну, тут нам осталось буквально метров 90. И мы пришли. Ветерок присутствует такой. Ну, не очень благохороший, как говорится, благоприятный. Вот. Ну, ничего, попробуем снять свой видосик. Вот мне поможет в этом Света, если что-то сбоку не смогу заснять.
она подсветит, и попробуем заснять. Так что установку все вы знаете, рыболовную эту установку, как закидывать эти все донки. Вот, это все как обычно было. Туда не пойдем, там. Нам с тобой туда надо идти. Вот, все, буквально тут осталось метров 70 уже. И все. Ладно, давайте, друзья, чуть пока съемочку остановим и потом включимся обратно. Вот такие дела. Зачем? А так все видно. Вот, друзья, короче, мы пришли вот с этой женщиной. Вот с этой женщиной, вот этой. Сейчас покажу ее. Вот эту вот девочку мою любимую. С ней пришли сюда. Смотрите, друзья. И там, видите, вот эту точку. Вот эту вот точку. Это прям целая сплошная. Там народ прям отдыхает, я не знаю. Там их куча, они прям фейерверки всю эту фигню выпускают. Ладно, бог с ним, это нас не касается. В общем, все, мы пошли до воды. Вот она вода. Все, друзья. И сейчас начинаем установочку. Начинаем прямо отсюда. И пошли туда и туда, везде, все. Тут у меня сколько? Немножко, 9 или 11 штук примерно. Вот, все. Сейчас установим, зато я покажу Свете, как это все делается. Она у меня молодец, вообще хорошая. Она даже не представляет, да, как это делается, да? Давай, хорошая. Или... Не, серьезно. Нет, ты же видела, как это ловится, но ты же не знаешь, как это устанавливается, правильно? Так, это я не буду устанавливать тогда, все, потому что ночь. Вот я тебе, помнишь, как хотел показать? Вот такую штучку купил, она вообще суперская. Ножнички. Нажми на них. Нажми. И вот оно режет офигенно. Представляешь, любую леску фигачит. Любую размера. Не леску и прям даже этот, как его. Не только леску и... Ну все. А, я такие же видел, только не на этом. Вот смотри. Смотри. Вот давай, смотри. Вот у тебя тут есть даже эта штучка. Смотри. Смотри как. Да. Моментально. Прям 2 секунды. Я на тебе такую же леску, как эту. Ага. И там есть еще вторая камера, да? Ну, штучка. Пружинка такая. Там карабин. Да. Ну да. Все, начинаем. Установим. Так, мне нужно обычный. Ты. Возьми, пожалуйста, черви, этот черви. Все, пойдем со мной. Ой. Так. А, нет, их не берет, просто ты мне возьми их с собой. Пойдем, мои хорошие. Все, потихонечку просто спускайся. Друзья, начался то ли дождь, то ли, бляха-муха, снег, непонятно. Вот, и сейчас... Ну да. И сейчас мы будем немножко устанавливать. Оба-на. Это что, у кого-то стоит, что ли, что-то? Я не понял. А тут что-то у кого-то установлено, блядь. Выключай свет. Смотрите, друзья, какая шнюга. Катается, летает. Обалдеть. Это здесь, наверное, дом отдыха. И от них, наверное, вот это как аттракцион. Нет, тут нет его. В лесозаводе там дом отдыха вот этот на берегу. А, да? А, точно, может быть, да. Это лесозавод это вот этот. Может быть. Это вот их, наверное, это. Кстати, тут установлены какие-то палки. Хрен, это их иди, может, нет? Бляха, кто-то установил. Блин, я не могу здесь ставить одна. Какой-то. Какой-то мухомор тут установил. А что, где мне ставить? Мне ставить негде. Бляха, муха, свет нам негде ставить. Ладно, сейчас поговорим. Может, я тут в другом месте поставим. Так, ну что, друзья? Что я могу сказать? Походу, мы сегодня ничего не устанавливаем. У нас тут воруют. Народу миллион человек ходит тут. Вон, установлено было. И что-то все порваны. Не знаю, когда это проверять. Сейчас я все-таки
поговорю. О, летают на лодках. Не знаю, что делать. Ну, как, может быть, они-то ничего не берут, конечно. Хз знает. Сейчас я переговорю пару слов. Сейчас я встану. Ну что, Светочка? Рано утром встанем, проверим. Что-то я боюсь, чтобы тут оставлять эту фигню. Блядь, своруют нахуй. Друзья, извините, что матюгаюсь. Но это, блядь, какая-то нехорошая история. Ну что, ставим? Надо все равно устанавливать. Эти у них, короче, донки, тут не донки, тут. Ну, половины тут нет нихера. Пустые, что ли, ставили? Ну, как бы, да, стоят какие-то хрен порванные, там даже нету, мне кажется, этих крючков. Я что-то достал, там вообще никого, никого нет. Просто установили, блядь, 1000 лет назад. Нам... Поставили, забыли? Ну, да. Бывает такое, что поставили и нахуй послали, все. Тем более самодельные какие-то там такие, знаешь, они, ну, то есть взяли ветку, отстрогали, сделали конусом, все, и туда намотали эту хуйню. Вон там лежит, могу показать даже. Ну что, давай установим. И завтра заберем, с утра пораньше. Спать я тебя разбужу, чтобы пойдем вместе. Хорошо? Хорошо, давай. Все, установлено. Ну что, друзья, все. Короче, устанавливаем, со света поговорили. Начинаем установку. Так, где у нас это все? Хозяйство. Ага, все. Все, погнали. Так, берем. Света, поднись, пожалуйста, наверх. Возьми крючки. Этот, прямо эту штучку. Я забыл. Возьми их. Ну, не крючки, а как она? Ну, поводочницу. Поводки, пожалуйста, возьми. Так, тут поводки, друзья, у меня есть, которые я делал двойные. С этим. Вот. Сейчас, короче, давайте устанавливаем. Все, ставим здесь похер. Завтра придем. С этим всем разберемся. Что к чему. Короче, ставим только сегодня. Дабы начнут воровать, сука. Козлы всякие. Да-да-да, Свет, ага, она есть. Не, не нужен, нахера он нужен. Не надо, возьми такую штучку, рюкзак потом возьмем. Так что, друзья, вот такая шняга. Воруют штуки, блядь, все воруют, падлы. Здесь не люди, а здесь чмари поганые. Уж извиняйте, что я так вот говорю. А что говорю? Я говорю то, что есть. То, что на самом деле есть. Это не люди, это, блядь, пидорасы какие-то. Сейчас потихонечку спустим. Ага. Оставь пока там ее, положи. И червячков мне дай, пожалуйста. Угу. Ну, спасибо. Вот сюда поставь. Ага. Ну, сейчас. Сейчас, друзья, научу даже Свету, как надо эта штучка делать. Вот смотри, сначала я взял оттуда, размотал сколько надо метров, потом оттуда же начинаем опять сюда спускать, то есть разматывать, как бы распускать, то есть чтобы освободить вот эти вот крючки, понимаешь? Ну, может быть, пока не понимаешь, но потом поймешь. Молодец. А сколько надо метров? А, это уже по тебе. Сколько ты можешь закинуть? Может 40, может 50, может 20 метров. Это там змеиное гнездо. Да, смотри, какие. Красавелла, да? Вот их так вот насаживаешь, червячков, вот этих красавцев. Вот так вот их насаживаем. Бывает по три, бывает по одному, бывает по-разному. Снег идет. Снег идет, да? Снег, вот, да. Вот, я что и говорю, что снег пошел. Первым снегом. Это уже не первый же снег. А, для нас, да? Для нас, да. И для наших, так сказать, подписчиков, для моих друзей, которые, вернее, у меня не подписчики, у меня друзья. Вот, я всегда говорю, что это мои друзья. Вот, для них, да, первый снег, так что, друзья, с первым снегом вас поздравляю, с нашим первым снегом, с Сыктывкарской республики Коми, который выпал уже не первый раз, но на моем видосе это первый раз.
Вот. Света вообще первый раз в жизни на такой рыбалке. Она вообще первый раз в жизни вообще на рыбалке, говорится, один раз была со мной, когда мы были на Верхове, ездили, да, покатились. Это первый раз была у тебя, был, да? У меня дебют. Это вот такие вот дела, друзья. Так что поздравьте, пожалуйста, мою девочку. Держи, пожалуйста. Вот, с ее, так скажем, этим дебютом, как она говорит. Ну все, сейчас забрасываем. Так, делаем так. Ну все. И пошла, родная. Опа. Вот и хватит. Все. Опа. Все, утопили. Теперь возьмем просто палочку. Слушай, даже ножик не взяли, да, с собой. Молодцы. Ну и молодцы. А где она? А хз знает, да? Куда-то утопил. А вот. Вот так вот. Все. Вот. Примерно моя хорошая так и ставится. Ну все, друзья. Сами все знаете. Все устанавливаем. Сейчас устанавливаем. И идем до дому. Все. Там немножко, может, пока по дороге будем идти, поговорим о чем-нибудь. И все. И до завтра. Или, может быть, до сегодня ночи, да? Потому что надо проверить, потому что, не дай бог, своруют. Так, ну что, друзья, установились, короче, мы немножко. Немножко это, примерно штук 8, наверное. 8 донок, примерно, 8-9. Ну, 9-то нет, наверное. Ну, 8-то точно есть. Там около 6-7. И тут одну установили. На этом месте. На моем любимом. На моем любимом месте, это где сами все видали, когда я ловил постоянно каждую весну. Здесь на Лима. Вот, соточку взял, пожалуйста. Вот. Ну что, все, друзья. В общем, такая вот история. Мы со Светой установились. Все хорошо. Как тебе, цветочек? Не, не, не там, иди сюда. Поднимай меня. Вот так вот, прям вот так вот, так иди потихонечку. Вот туда. Ага. Вот так вот туда иди. Не поднимайся вверх быстро. А вот так вот. О, о, о. Да, я на скосочек иди. О. Вот так вот потихонечку, потихонечку. Я соскальзываю. А теперь так вот прямонько. Прямненько, вон видишь, тут сейчас увидишь. На эти штучки. И можешь так наискосую, наискосую, наискосую. Ой, тут поднимайся. Пух. О, классно, да? Угу, ну туда идем. Все. Ну что, друзья? В общем, вот такая вот история. Сегодня, короче, мы установились. Но здесь никто не сворует, потому что там непонятные донки стоят, бляха-муха. Ну, там булькнуло. А? Булькнуло там что-то. Да, там же воды нету, чтобы булькало. Вот. Так, стой, а куда? А, вон, пошли сюда. Вот. Короче, история такая. Выходим, идем домой. Надеюсь, все будет чики-пуки. Установили. Ну, около 8 штук мы установили с тобой доночек. Хотелось бы, конечно, видите, я же вам обещал, то, что будет и рыбалка на червя, просто поплавочку Света хотела. Вот. Ну не получилось, что у нас тоже в жизни свои есть, так скажем, дела. Все-таки бабушка есть старенькая, ей 91 уже год. За ней тоже надо ухаживать, Свете. Вот. Пока кушать сварит, пока сюда. Все равно таких людей надо уважать и почитать. Ладно, все, друзья, давайте тогда за завтра. Сегодняшний видос это сегодняшний. А завтра, ну, может что-то будет завтра. Так что давайте не выключаемся. Для вас это будет совсем быстро, а для нас чуть побольше. Друзья, смотрите, это идет мой боевик. Обалдеть. Красавица Одесса. Смотрите, как она идет.
Так что все, всем кирдык, которые не в России живут. Смотрите на нее. Обалдеть. Я уже ее боюсь сам. Она меня заколбасит. Смотрите, какая она, боевик. Сзади такая. Наш российский. Спецназ. Обалдеть. О, юху. Так что берегитесь. Мой цветочек чешет. Это круто. Еще раз покажи, как ты делаешь. Только это не сломай. Вверх. Казачок. Эх. Танцы, шманцы, зажиманцы, да? Я так на рыбалку сходил. Устала, бедненькая. Да? Вот такие дела. Ну что, друзья. Все, пока. Добрый вечер. Мы, короче, идем со Светой проверять. Первый сейчас, у нас первый раз мы идем проверять. Доньки, да? Через 2 часа. Через 2 часа, да. 2, может быть, больше было, да? Точно 2. Ну, 2, 2.5. Да, где-то около 2-3 часов. Мы сейчас идем, короче, проверять доньки. Вот и сейчас посмотрим, что у нас там будет. Так что, друзья мои, не теряемся. Мы будем. Мы сейчас через минут 10-15 уже будем там. Так что не выключайтесь. Опа! Так, ну что, друзья мои? Что тут такое? Надобно мне. Не знаю. Ты что, идешь таскать? Давай сюда. Это моя женщина что-то не хочет тащить. Ну, это может быть, тут ничего нету. Могит быть. Ну да, тут ничего нет. А может и есть. Не пойму. Здесь нету ни хера. Все, обратно скидываем. Раз, два, три. Хлопочка! Иди сюда давай. Девочка моя, иди сюда. Спускайся вниз. Цветочек. Свет. Чего ты долго идешь? Давай иди сюда. Ты должна тащить. А где она тут? Вот она. Иди сюда. Ага. Плохо. Так. Надо червей, а нет. Ну, ты чё? Раз, два, три. И хлопочка. О, пойдем дальше. Пойдем дальше мы с тобой. Па-па-пум-па-пум-пум. О, вот здесь. Ты будешь тащить, нет? Вдруг ты мой сердечный. Оп.
туда свети, не на меня, а вон туда. Нету нифига. Тишина. Нет никого, нет никого, никого, никого. Чух-чух-чух. Кто там? О, видишь? Я. Обалдеть, никого нема. Ага. Ну, сейчас мы и выбросим туда, куда надо. Так. Раз. Два. А, вот так вот. Раз. Бляха-муха! Стоять. Черт тебя подери. Да. Вот эти вот. А? Да, тут немножко по-другому. Да, Господи. Господи. И Господи. Теперь Господи. Так. Это ихня. Это ихня. Вот так вот. Так вот. И потом. Вот так вот. Тут дыщ. Нормально. О, все на месте. А там есть где-то еще? Не в курсе? Сколько тут у нас? Сколько тут у нас их штук? Все. А? Все. Сколько все? Раз. Пойдем дальше. А два где? А здесь где? Блять. Пойдем. А здесь где мне? Не в курсе? Сука. Поставил? А?
Ну, здесь тоже что-то было же у меня. Я оставил чуть скажу. Так, тать. Да, я откуда знаю, уже не помню нахуй. Она, может, смыла ее нахуй. Блять. Чук. А, нет. Вон палочка. Где? Вот. Так, эта палочка, блядь, я там уже был. Или не был? Или тут не был я? А, другая. Вот. Где тут что-то? Я был. А черная как-то пошла не туда. Не понял. Не та нахуй. Это не та. О, пёрн. О, ой, ой, засранец. Так. Это хуйня. А где? Угу. Вот он. Это дыщ. Не пойму я. Не пой, мой, я не пой. Угу. Это. Нормально. Что, пойдем на ту сторону? Там попробуем, посмотрим. Лёв. Идем, идем. Нам налево. Вон туда. Ну что, друзья? Ну вот. Как-то так. Пока ничего нету. Куда деваться? Ну, оставляем здесь мы донки свои.
прячем под воду. Не знаю, что получается. Че? Ну, пойдем посмотрим, тут еще одна у меня есть. Да. Ой, донка. Ну вот, надо с этой стороны идти. Вниз прям спускаться. Где она тут? Вот так вот. Тыч, тыч. Опа. Ты идешь? Нет. Понятно. На, ясно. Тогда поставлю пока здесь. Че, друзья, пойду схожу, посмотрю. Давайте посмотрим с вами вместе. Я знаю, что 100% может быть. Но не может быть. Ой, 1000%. То, что она. Не получится. Ни хрена. Стоять. Охуеть. Ну давай, типа того. Ой. Так. Сучка. Да. Да, да. А вот есть контакт. Ну все. Чух-чух-чух. Ой, блядь. Здравствуйте, девушка. А я тут селфи устраиваю. А-а-а. Ну давай. О, давай. Нет, выключи. Зачем? У меня вспышка идет. Так наоборот, так лучше. Смотри. Возьми. Вот так вот. О. Давай. Сучка ты моя. Да, мне. У нас с тобой. О, давай.
Ну давай. Ух ты, красиво. Особенно то, когда там. Не-не, следующий. Другой. Еще. Во, вот это классно. Давай. Не тебе. Ну давай, блядь, фоткай, ёпта. Пиздюшка моя хорошая. Подожди, стой. Да ёбаный солнце. Позми, выше это его. Блядь, вот так вот поверни. Чу-чу. Ага. Не, ёбаный нахуй. Давай. Чё? Я не знаю, чё. Да вы заново нахуй. Че, нихуя фотки нету, да? На, пизду. Врата. Пизду врата. А где этот? Рюкзак. У тебя? Где? Вот он, вот он. Это? Вот, блядь. Валим. Домой. Господи, селфи, блядь, ночное. Да ебани ты меня, ебани. Тоже. Да. Ну ебани. Да мне не нужна твоя вспышка, убери ее. Нахуя так лучше? Давай, фоткай меня. Ну и чё? Чё? Фоткаешь, нет? Ушло всё. Всё, погнали. Чё там? Вот, красота. Давай меня отправь что-нибудь. Погнали. Что там такое? Ну-ка. О, ладно. Вот он где прячется. Ну, блин, я селфи убрал. Сука. Ты чё, блин? Не под камеру лезешь. Без селфи. Ой, ебаная мать. Ковтец коров. Я вас, блядь, пугаю. Пердит и серит. Пердит и серится, блядь. Красота у вас. Не на сере хоть. Да. Не на сере хоть. Может, это не пиздунули? Давай игру одежду взять, мы будем подстраивать. Ты че, не надо. Она, я, говорит, ее выкину и все. Охуеть. Я говорю, давай подстраивай, а чистая. У меня, говорит, полно их. А, это выкинул, да? Обалдеть. А так можно, да, было? Выкидывай, да, одежду? Да. Молодец, бабушка, чё? Чё, я, говорит, её, говорит, выкину, да и всё, нахуй. Да, нет, говорит,
немного, не перемахнуть. Охуеть. Вот так вот. Ну что, вперед, мать? Я бы в другую сторону пошла. Сейчас? Куда ты... я выйду? Смотри, там? Пошла бы туда? Да. На речку вышла бы и все. Может, сейчас... что? Нам... В смысле, ну, что ты вышла туда, где мы сейчас только что были? Да. Иди, иди. Ну что, друзья, в общем, пока сегодня мы установили только осветили. Вот. Сейчас пришли, короче, проверили вечером. Сейчас сколько все это время? Пожалуйста, скажи. Сейчас один скажет. Сколько? 10:30, да? Ага, пол 11 вечера. В общем, друзья, вот такие дела. Сейчас, короче, проверили. Никто ничего не скушал. Все как есть, так и есть на месте у нас. Все крючки, все вместе. Ну, через пару часиков опять придем, посмотрим. Может быть, если нам не будет, конечно, олень, мы придем. Что посмотрим. А так, еще проверим только утром. Вот. Так что, такие дела. Ну, насчет рыбалки дневной. Не знаю, Светочка, ты будешь на рыбалку идти? Ну, ловить на поплочку? Или ну, не будешь? Ты сейчас без меня сходишь, да, что немножко выспаться, я пойду. Нет, а я тебе, то мне-то пофигу, ты хоть спи, хоть не спи, мне все равно. Не, мне выспаться, дай капель хотя бы, я пойду. Не, я пойду. Ага. Я только чуть-чуть поспать. Пожалуйста. Ну, так что, друзья, если что, посмотрим рыбалку. Ага. На поплочку будет сельчика ловить, а я тогда буду ловить, попробую на этот... На фидер возьму две удочки свои и будем пробовать. Так что, если что, может быть, что-то из этого получится. Так что, друзья, до завтра. Сегодня мы уже все, ничего не будем делать. Вот. И потом, ну, если будет, конечно, рыбалка, если будет ночью еще не ловиться, мы все равно же пойдем сходим, наверное. Может быть, не знаю, не обещаю. Ну, в общем, что будет, то и будет. Давайте. Всем пока, всем удачи.